эффектность выступления, реалистичность костюмов и детальность образов. Все это оценивали жюри конкурса на лучший косплей. Среди гостей Югракона персонажи из «Звездных войн», «Игры престолов», «Devil May Cry», герои аниме, мультфильмов и других шедевров гик-культуры. Оценивается и выступление, и качество костюма, детальность, то есть любой фактор. Участники действительно постарались, очень многие удивили. Допустим, у нас есть участник, который сделал доспех из фильма «Тихоокеанский рубеж». Вот там доспех полностью такой, вот он похож на робота. Вот у него светодиоды подведены. Многие действительно делали такой став, то есть получается мечи, различные топоры и прочее. То есть как бы такое, то есть очень много проработанных деталей. Югракон – первый в округе конвент фантастики, комиксов и косплея. В спортивном комплексе «Атлант» в поселке Солнечном собрались любители перевоплощения из Сургута, района Нижневартовска. Были даже гости из Санкт-Петербурга. Костюме кого сегодня? В костюме себя? Но на самом деле нет. Это костюм бандита из компьютерной игры «Сталкер. Тень Чернобыля». Немножко, конечно, подогнан под удобство, скажем так. Ну и поскольку я не местный, мне что-то с Питера вот посылкой пересылать было не очень удобно. Так, куртка, штаны. У нас был большой выбор из космической тематики, но нам почему-то подумалось, что «Звездные войны» более узнаваемы. И поэтому выбрали просто, что больше понравилось. Сколько готовили костюм? Пару месяцев, потому что все вручную. И пока подобрали ткани, пока сшили, пока примеряли, это было очень много времени потрачено. В номинации «Лучший косплей по книге» победила Екатерина Сапожникова в образе Тины Голдштейн из знаменитой «Фантастические твари и где они обитают» Джоан Роулинг. А гран-при взяла Ирен Шепард в оригинальном костюме женской версии героя из видеоигры Dragon Age. Первый Югракон за час начала открытия собрал порядка 400 человек. Здесь можно не только увидеть участников в различных костюмах из видеоигр, популярных фильмов, комиксов, но и поиграть в настольные игры. Например, за этим столом играли в карточный гвинт из видеоигры «Ведьмак», созданный по книге польского автора Анджея Сапковского. Кстати, фанаты «Ведьмака» ждут выхода одноименного сериала от Netflix с Генри Кавиллом в главной роли уже в декабре 2019-го. Организаторами окружного фестиваля стали администрация Сургутского района, централизованная библиотечная система и клуб косплея «Асгард». Югракон, по задумке создателей, должен стать площадкой для общения читающей молодежи. Как раз в этом зале известный писатель-фантаст Дмитрий Емец встречался с поклонниками своего творчества. Идея возникла в рамках «Библионочи», которая проходила в Центральной районной библиотеке. Мы собрали молодежь, филологов, преподавателей, библиотекарей, чтобы поговорить на тему «Жива ли книга в век интернет?». Ну и договорились в бурной дискуссии до того, что книга жива, очень много читающих людей, то нужно книгу подавать ярко, интересно и креативно. Сейчас организаторы уже думают о проведении Югракона в следующем году, если сами жители округа поддержат его своим участием. В свою очередь, глава Сургутского района Андрей Трубецкой идею проведения фестиваля в 2020-м уже одобрил. Юлия Плескачева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости, Солнечный.